возьмите вот тут, пожалуйста, дали. Так оно у вас получается, что не каждый день работает. А да? Вот это 48 называемый не будет делать себе. Это вообще, я не посмотрела. Ой, 48, 42 не будет. А, я говорю, вот эта женщина, она недостаточно, она не каждый день работает, да? То, что я ее вот за все время видел первый раз. Потому что она работает в первую смену, а вы приходите сюда, сюда под конец дня. А, понятно. Паспорт можно? Да, конечно. Ясно. Так, это ценное, пожалуйста. Угу. Можно подтвердиться? Подтвердитесь. И вот это. Там было два письма, да? Сейчас я посчитаю, сколько я их. Значит,
вся ваша структура понятна и открыта. Кто же за вами все это стоит? Так, вы же сами от себя так делать не будете, не будете, это 100%. Кто-то же вам диктует это делать сверху. Жесть. А я говорю, а кто ж вам так сверху дает эта команда? То есть если я сам начальник начинает мухлевать, то типа вы здесь уже не по делам, да, получается так? Если сам начальник начинает мухлевать, то вы здесь как бы не при делах, да? Ясно, ясно. Ну как вы не понимаете, вы аттестованные специалисты, я думаю, что 1000 писем в день вы даете, никаких проблем нету, а здесь вот... Да? Ну так вы же уверены мне, да? Что извещение вы доставляете неизвестно кому. Понимаете это или нет? Ну это не, ну, это не вы и вам, без разницы. А вы представляете, сколько годами это так, это все длится? Нет, это же, как говорится, не любовные письма, хотя вам, по-моему, все равно такие. То есть вы будете каждое извещение у вас? Ну я их не читаю. То, что вы мне представили, я их заполняю. Извещение. Правильно, неправильно заполненное, это я уже не смотрю. Полагаю, что начальник же не может ошибаться, наверное, да? И я все равно, что давать. Из Google. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Я ему даю 20 штук извлечений заплана. Оль, ты сюда пойдешь? Окно закрой. А, Ангелин, закроешь окно? А почему вы даете чужого человека и опять записывать? Не знаю. Ну, а потом будете кричать, что вы все выдали правильно. То есть вы выдаете... 19, но я на него не делала. 19. 19. Так значит, уничтожите вот это вот извещение. А мы на него еще не писали. Вот, на вот я расписался, и у него получение. Вот уничтожайте, да. При мне и прямо на камеру. Сейчас уничтожайте. Я единственное, что могу сделать, все зачеркнуть. Зачем? Здесь мои есть... персональные данные. Уничтожайте и все. Вот. А объясните, ну, будете писать, почему, куда она делась сами. Раз вы так делаете. Я не знаю, кто ему дает, но, как видите, контроль у вас держится начальник. Это вот это молчи. Да, оно. Что, опять что-то не то? Ну, а в чем проблема? Какие ты сделала? Одно ты не забрала. Вот еще одно какое-то есть сделано. Ну, видите, как хорошо. То есть сами же, сами делаете это все. А потом говорите, что этого нет. Ну. Выдумываете потом историю, что кто-то где-то кого-то нашел. Ну, а вдают... ничего вам... ну так вы чуть ли не выдали же сейчас. Я же посмотрела. Ну, вы же чуть не выдали. Все, успокойтесь. Ну, все нормально. Так это уже стандарт на вас? И не я первый раз? Не я вам письмо выдаю. Ну так сваливают же, я понимаю, на вас или как там? Ну. То есть здесь ничего-то про... такого криминального-то нету. Ну. Ну, я имею в виду к тому, что от меня тогда ничего не зависит. Зависит все от вас, от вашей работы. Четырнадцать.